Привет-привет, ребята, вы на канале Мультмикс. И сегодня у нас Роблокс прятки. Угадайте, с кем? С подписчиками, ребята. Ну что, начинаем. Кто успел на игру, пишите в комментариях. Ага, сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Так. Ой, главное сейчас найти место укромное, чтобы спрятаться. Так, ребята, сейчас я спрячусь, и я надеюсь, вы за мной бежите. Кто там? Ага, Маша, я вижу Машу. Маша, привет, напиши мне в комментариях обязательно. Так, сейчас я соберу еще. А где-то тут еще была Настя Соцеленкова. Так, Настя, я тебя вижу, давай сюда, поднимайся скорее ко мне. Какая-то Катя, интересно. Ладно, посмотрим. Настя, сейчас я тебя... Маша, давай за мной, за мной. Ой, я, кажется, застряла, мамочки. Куда я вообще попала? Ой, зачем я сюда спрыгнула? Что происходит? Что происходит? Да. Ну, в общем... вон она, Настя. Отлично. Ребят, кстати, каждое воскресенье в 15:00 по Москве я играю с подписчиками. Ссылку на игру я оставляю в описании. В среду на зеленом мультмиксе, ссылочку на который я вам оставлю в описании. В новом видео я оставлю ссылку на игру, в которую будем играть в воскресенье. Ребят, так прикольно поиграть вместе с вами. Заходите к нам на игру, и вы будете героем этого видео. Ну, а в общем, героями этого видео сегодня являются Маша и Настя. Так, только Настя где-то там потерялась, сейчас я найду. Настя! Настя! Куда ты пошла? Ой, вернее, это я. Куда я пошла? Так, я монетки собираю! Хотя у меня их уже целая куча, если честно. Я даже не знаю, куда их потратить. Так, вот они, девчонки! Привет! Отличненько, вот они. У Насти, кстати, прикольный Роблокс костюмчик. Очень-очень даже прикольная какая-то луна. И еще мне нравится ее цвет волос. Клевый. Так, ну что, девочки, прячемся. Так, бежим за мной. Как-то скучно вам-то на одном месте стоять, правда? Где-то вода, где вода? В общем, это игра, где нам нужно прятаться. В случайном порядке, я думаю, вы все знаете, выбирают того человека, кто будет водой. И он всех ищет. И если тебя поймают, то тебе будет капец. Ты выбываешь из игры и разваливаешься на части. Ну что, сейчас я посмотрю, где там вода. Девочки, вы за мной? За мной? Ага, я вас вижу. Все, отлично. Куда побежим дальше? Так, да, прикольно бы было, если бы здесь еще можно было говорить. Еще и девчонкам. Сейчас. Ой, кажется, я на чьей-то голове прыгаю. Ой, простите, девчонки, я не хотела. Что с моим Роблоксом? Мамочки, да. Ладно, идем дальше. Я не вижу воду. У меня начинается паника. Меня могут поймать. Что это там? Кстати, ребята, вода обозначается. Ну, в общем. Вот он! Я не понимаю, меня что, поймали? Меня поймали! Я пропала. Печалька. Ладно, начинаем еще разочек. Ребят, так прикольно играть с вами. Вообще, становится намного веселее. Кстати, заходите побольше. Очень жалко, что Фриск не попал на игру, а Ксюша не попала. Но я буду ждать обязательно вас в это воскресенье. Так, ну что, Куда я лечу? Девчонки, вы меня видите? Ой, кажется, я вас потеряла. А, все, отлично, вижу вас. Ага, Настя, Маша, куда побежим? Так, лево-право. Я не знаю, куда бежать.
где спрятаться. Я вижу воду, вон она внизу. Сейчас он как нас поймает и все. Так, я пока не понимаю, где я прыгаю. Похоже, я на каком-то потолке. Похоже, это мастерская или что это? Не пойму. Ладно. О, Roblox монетка! Кто вперед? Я вперед! Ура! Да, ребят, это похоже мастерская. И пока я не вижу воду. Где он? Девчонки, где он? Эй! Вода! Похоже, мы тут одни. Что-то мне какое-то странное чувство, что мы тут одни. Прыгаем. Как-то скучновато. Бай! Что, пойдем вниз? Бай! Может быть, вниз пойдем? Бай! Настя, Маша! Ну что? Да, пошлите вниз. О, кстати, ребята, вы хоть раз в этой игре забирались в автомат? Вот сюда! Вы знали, что здесь можно прятаться? Здесь прикольно, кстати. Ой, кажется, я потеряла девочек. А, нет, вот кто-то прыгает, и я не вижу, кто. Кто здесь прыгает? Маша, Настя, вы где? Похоже, они меня не видят. А, отлично. Ну все. Ребят, прикольная игра, обязательно поиграйте в нее. Очень-очень интересно убегать от воды. Вообще, сидеть в углу как-то скучновато, прикольнее, когда он догоняет. Только единственный минус, что у него суперскорость. Да, это определенный минус. Я не вижу Настю. Ой, кажется, я прыгнула на голову. Или мне показалось. Ой, Настя, прости. А может быть, не на голову? Не знаю. А, вот она. Да, прикольный у тебя, кстати, скин. Я тоже такой хочу. Что-то мне мои как-то уже поднадоедать стал. Так, ну что, девочки, может быть, куда-нибудь отправимся погулять? Что-то мы тут сидим. Как-то скучновато, интересно. Ну, зато есть плюсы. Мы с вами выиграем. Ну да. Но только скучновато сидеть. Может быть, пойдем? Кстати, Маша где-то потерялась. Маша! Ау! Где она? Ой. Кажется, она пытается залезть не в тот автомат. Ребят, вы ее видите? Ой, Маша! Ку-ку, мы здесь! Вон он, вода! Он рядом с ней бегает. Он сейчас ее поймает, ребята. О-о-о! Главное, чтобы он ее не увидел. Вон он возле двери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, похоже, пора спуститься и помочь ей. Сейчас мы спустимся. Отлично. Похоже, она вообще не в тот автомат. Она перепутала, в каком мы автомате спрятались. И полезла не туда. Эй, Маша, ты где? Ку-ку. Эй. Она куда-то исчезла. Ребят, может быть, ее воду поймал? Интересно. Что это за банки такие? Интересно, их можно пить? О, водичка. Фу, я так набегалась. А, вот наша Маша, кстати. Да, ну что, бежим дальше. И, ну, я хочу водичку попить. Дайте мне воды, я злая. Воды мне, пожалуйста, я устала бегать уже тут. Ну ладно, тут скучновато, пойдем побежим куда-нибудь в более интересненькое место. Ага, кто-то еще тут бегает. Прикольно. В общем, я телепортировалась. Ой, мы выиграли, девчонки! Класс! Вода был какой-то... какой-то вообще непонятный. В общем, улитка! Я должна быть улиткой и должна бегать как улитка. А у нас вода была улиткой и совсем никого не поймал. Ребят, как вы думаете, в этой серии я буду водить? Бай! Или водить. Наверное, водить. Ой, что-то я запуталась. Мои мозги такие маленькие, что я не могу сообразить. Ну,
я же улитка! Так, ну ладно. Ребят, кстати, напишите в комментариях. Интересно, кто угадает, буду я водой или не буду? О-хо-хо! Ну, а мы с девчонками ждем... Ждем, когда нас поймают. Нет, я шучу, мы не ждем, когда нас поймают, иначе мы разрушимся на части. Мы, в общем, наблюдаем, как там вода пытается поймать других. Так, ну что, кто-нибудь тут есть? Эй, вода, ты где? Я его не вижу, ребят. Так, надо, похоже, спрятаться вот в какое-нибудь укромное место. Ой, что-то, похоже, я застряла. Мамочки, мне нужно было кушать сегодня поменьше еды. Фу-ху. А, вышло. Да, кажется, бутербродик утром был лишненький. О, нет. Так, ой. Маша, привет. Да, я тебя вижу. О, какая-то у нее прикольная голова. Это похоже... Кто это? Кто это там? Какой-то пингвинчик, похоже. А у Насти, похоже, какая-то... Что-то мне из-за звездочек не очень сильно видно. Похоже, какая-то лиса или волк. Настя, напиши в комментариях, что за голова у тебя интересная такая. Ну, а мы с девчонками веселимся. Тут кто-то книжечки свои оставил. Ну нет, скучно, когда тебя никто не догоняет. Надо бы спуститься и посмотреть, что там интересненького. Куда ты лезешь? Ты же сейчас только тут застревала. Ой, кажется, я опять застряла. Ой. Упс. Я не могу вылезти. Настя, спаси меня. Ой, моя голова застряла и вторая тоже. Эй, чего делать-то? Я не могу вылезти. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, спасите, помогите. Ой, как, я не могу вылезти, я застряла. Ой, вообще не могу, Настя, ну подтолкни меня, пожалуйста. Ну. Эх, ну давай. О, спасибо, Настя. Фу, ты меня спасла. А то бы я тут осталась и умерла голодной смертью, да. Так, ну что, девочки, побежали куда-нибудь походим, что ли? Скучновато как-то сидеть. Я не вижу воду. Где он, интересно? Эй, вода! Ты где? Ку-ку! Так, я опять лезу сюда. Зачем я лезу сюда? Я же сейчас только застревала тут. Да уж. Нет, мне срочно нужно отсюда бежать. Это какой-то ужас. Так, девчонки пошли вниз. Ладно, я тоже пошла вниз, потому что скучновато как-то на этой полке сидеть. Ждать, когда тебя поймают. О, я на второй полочке. Но я не вижу девочек. Где они? Эй! Девочки, вы где? Ку-ку! А может быть их уже поймали? Вон он, вода! Я прячусь! Вон он, я видела его! Так, меня нет. Меня никто не слышит. Меня никто не видит. Ой, как мне страшно! Он же меня может раздавить! Где он? Где? Вон, ребята! Вон он бегает! Видите? Вон он! Ой, я прям к нему спустилась! О! Ребята! Да я одна выиграла! Как прикольно! Да, девчонок, похоже, поймал воду. Печалька. Так, ребят, ой, кстати, тот уровень была не мастерская. Вот, похоже, это мастерская. Ну да. Нет, это какой-то гараж. Да, похоже, это гараж. Вау! Да тут баллончики с краской. Сейчас мы немножечко пошалим. Так, девочки, давайте-ка их спустим вниз. Или нажмем, попшикаем и покрасим тут все вокруг. Эх, что-то мне не получается прыгнуть. Настя, Маша, у кого получается? Хо, вот это пирамида. Прикольно. Вот это мы пирамидку сделали. Смешную. Ну, в общем, что-то они не нажимаются. Скучновато.
Ладно, ну что, пора идти куда-нибудь повеселиться? А, веселье искать где-нибудь там, внизу. Ну что, пошлите уже вниз. Эй, ты чего на мою голову залезла? Маша, как так? Она прям по моей голове прошлась. Ребята, как у меня с прической? У меня все в порядке. Здесь нет зеркала, я не вижу. Я надеюсь, у меня все хорошо. Маша только что прошлась по моей голове. О, ужас. Ладно. Ребят, вы видите, где вода? Я не вижу воду. Ну где он? Ку-ку. Ку-ку. Где ты, вода? Алло. Может, его вообще здесь нет? У меня такое ощущение, что мы втроем играем. Вон он! Я вижу! Я вижу его! Вон он прыгает, ребята! Мы привлекли внимание, он сейчас нас поймает! Вон он! А, вон тот чувачок, который вдалеке с пузырьками бегает. Это вода, ребята! Вон он! О-о, девчонки, прячемся, иначе он нас сейчас поймает! Он бежит прямо к нам! Все, я побежала! Так, я убегаю. Вон он. Девочки, бежим! Бай! Так, так, вон он, вода! Он сейчас меня съест! Бежим, бежим, бежим! Да не прыгаем, а бежим! Да что ты делаешь? Ну вот. Меня поймали. Я же говорила, надо было не прыгать, а бежать! Ай! Глупый Роблакс. Так, посмотрим. Интересно, девчонок поймает? Очень даже интересненько. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Девочки, вы где? Девчонки. Так, это вода. Ага, Маша. Маша, вот она. Настя спряталась здесь. Настя, она тебя поймала. Она запрыгнула прямо на тебя. О, вот это да. Это что? Это кто выиграл? Это Маша выиграла, что ли? Прикольно. Вау, Маша, вода. О-о, чувствую, нам не поздоровится. Настя, ну теперь мы с тобой вдвоем. Так, бежим, Настя. Сейчас она нас поймает. Так, собираем Роблокс. Кто-то за нас уже собрал вперед. Ладно. Так, бежим. Может быть, вон там лежит какой-то бананчик. Может, в него спрятаться. Так, ладно, я бегу, бегу. Настя, ты где? Ты за мной, за мной? Ага, отлично. Ну что? Так, ребят, пока все нормально. Воду я пока не вижу. Нужно срочно искать укромное место, ребят. Подсказывайте, кто играл в эту игру. Где здесь есть укромное местечко? Так, ну все почему-то бегут сюда, я не понимаю. Настя, не отставай. Нам нужно найти местечко. Так, так, бежим, 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 бежим. Где, где, где? Да чего ты прыгаешь, глупый Роблокс? Прекрати прыгать! Надо бежать скорее, иначе тебя поймают. Так, ну воды пока здесь нету. Я не понимаю, где я оказалась? Я оказалась, похоже, в какой-то комнате. Ну да, это похоже... вообще, это комната, похоже, мальчика. А что там происходит? Тут какие-то возгласы. Непонятный, как будто кто-то победил. Странно. Ну ладно. Почему-то все столпились в одном месте. Интересно. Сейчас вода придет и всех сразу поймает. Вот это будет веселье. Вот это будет круто. Вау, какие прикольные ушки у Насти. Настя, напиши. Это, кстати, бесплатный скин такой есть? Или он покупается за деньги? Прикольненько. Так, ну что, ребят, я не вижу воду. Кто видит, пишите в комментариях. Где он?
него сзади, когда он бегает, всегда пузырьки. Целая куча пузырей. Маша же водит! Она сейчас нас будет ловить самыми первыми стараться! Точно! Так, ну что? И ищем. Кого ищем? Мы-то не ищем. Мы замолчали и сидим, ждем, когда нас поймает Маша. Тут сколько нас? Раз, два, три. Интересно, вот эта девочка, которая рядом с нами, это тоже моя подписчица? Ребят, напишите в комментариях, кстати. Может быть, это тоже какая-то наша подписчица. Очень-очень интересно знать. Пока я не вижу, где Вода. Вода — это Маша. И где она? Ждем. Ой, что там происходит? Это кто-то сюда прибежал. Где Вода? Эй, я не вижу. Ладно, как-то тут скучновато, пойдемте дальше. Может быть, мы подождем Воду где-нибудь в другом месте? Нет, шучу, я не хочу проигрывать, я вообще не хочу проигрывать. Вообще. Так, и... где Маша? Я не вижу ее. Эта девочка определенно нас знает, она бегает за нами. Прикольненько. Так, ну что? Да, ребят, пишите в комментариях, если кто-то узнал себя. Мне очень интересно. Так, я пока не вижу Машу, где она? Это Настя, я испугалась! Вон она, Маша! Опс. Нет, ребят, мы выиграли, кстати, прикольно! И у нас опять выбираются Вода. И опять Вода у нас, Маша. Маша, кстати, напиши в комментариях, нравится ли тебе быть Водой. Мне не очень, мне больше нравится прятаться. Так, ну что, мы бежим. Настя, ты где? Ага, вон она, догоняет. Прикольненько. Так, ну все, убегаем. И я не понимаю, что это... это, конечно... Эти черные штуки, на них мы прыгаем и подпрыгиваем. У-ху! Вот так! Вау, круто! И мы опять в мастерской. О, или это гараж? Я перепутала уже все. Так, и... Ну да, это гараж. Точно, мы же уже здесь были, только мы были на другой стороне. Настя, ты где? Ой, там какой-то челбик еще странного цвета бегает. Непонятный. Ладно. Ну что, бежим. Ку-ку. Ку-ку. Бай. Эй. Так, ладно. Я побежала к красочкам. Может быть... Вау, монетка Роблокс. Так, сейчас я заграбаю. Ага, никто не видел, а я увидела отличненько. Так, монетка моя. На что бы ее потратить, интересно. Что там за челбик бегает, ребята, вы видите? Что за чудище-юдище? У него голова отдельно, что ли? Мамочки! У него голова отделяется от туловища, вы видели, ребята? Прикольно! Вот это чудеса! Так, где Маша? 3 минуты 10 секунд. Где наша Маша? Где Вода? Кто-то еще к нам бежит. Кто это, ребята? Кто? Ну нет. Бай. Где она? Так, все затаили дыхание. И ждем. Вон она бежит, это Вода. Сейчас она меня поймает. Ай, мамочки. Хотя
нет, я стою здесь, и она меня, похоже, не увидит. Би-би-би-би-би-би, Маша, не достанешь. Не достанешь, не достанешь, не достанешь, не достанешь. Ой, сейчас она меня достанет. Ой-ой-ой, куда же мне бежать, куда же мне бежать? Ой, мамочки. Нет, а похоже, она убежала. Ребят, кстати, прикольная была игра. Напишите в комментариях, кому понравилось. Ребята, мне очень понравилось. Это что, я что-то какое-то непонятно что сделала? Какой-то клей, что ли? Ребята, это какой-то клей, что ли? Прикольно. Только я выбраться из него не могу. Good. Ну, это похоже какой-то клей. Непонятно, что это. Ладно, ребят. Тем, кто играл в Роблоксе, спасибо вам за игру. Мне очень понравилось. Надеюсь, в следующее воскресенье нас будет больше. И мы увлекательно побегаем по какому-нибудь миру приключений. Ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ребята!